зовут Александр Кузнецов, и сегодня я вам расскажу о монтаже геотермальных зондов. На этом объекте мы монтируем геотермальные зонды. Сейчас буровая бригада пробурила скважину. Эта скважина не обсаживаемая. В нее погружается полиэтиленовый зонд длиной 100 метров. На этом объекте будут смонтированы всего 4 зонда. То есть это третий зонд мы сейчас монтируем. Останется еще один. И благодаря этому можно будет подключить геотермальный тепловой насос, который будет отапливать и охлаждать здание магазина, который будет построен на этом месте.